Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее, ну что-то мне сегодня в башку стукнуло, я решил записать 2 видоса за один день. Да, вообще с ума сошел, да, поэтому, ребята, я надеюсь, вы рады этому, то, что на канале выходит по 2 видоса за один день, это что-то прям какие-то редкие случаи, когда выходит реально 2 видоса. Поэтому, ребята, я надеюсь, что вы поставите свой большущий палец вверх, лайкусик на вот этот видос, если хотите, чтобы я каждый день выпускал по 2 видео. Потому что это реально будет круто, если это будет действительно так. Ребята, поставьте лайк, подписывайтесь на канал и, конечно же, пишите в комментарии, хотите ли вы, чтобы я выпускал по 2 видоса каждый день. Какие, тоже решаете вы. А сейчас, ребята, мы будем дальше продолжать проходить карту, которую, первую серию, которую я выпустил сегодня утром. То есть я решил за один день полностью добить вот эту карту. А в предыдущей серии мы закончили 4 острова, 4 портала, и у нас еще осталось 4. Сейчас, ребята, мы постараемся добрить эту карту, найти самые секретные места. Ёханый бабай. Ёханый бабай. Найти, ребята, самые секретные. Дайте я потише сделаю, а то он меня слишком как-то сильно пугает нафиг. Найти, ребята, самые секретные места в Майнкрафте, потому что это реально самые секретные, потому что вот так искать. На каждом блоке смотреть нету ли тут лампы, потому что, кто не помнит, нам нужно собрать вот 9 таких лампусик. Лампусик. Короче, 9 таких лампочек, чтобы заполнить портал, точнее, опять его открыть. А, закрыто, ага, ясно. И чтобы мы, ребята, могли тпхнуться в другой мир, в другой портал. Хей, привет, маленький, я голодный, я хочу яичко. Шашашан пишет, маленький, яичко для меня? Дай мне маленькую лампу. Какую маленькую лампу? Чувак, что ты вообще от меня хочешь? Короче, я не понял, что этот чувак хочет, но нам ему нужно что-то 100% принести. В принципе, всегда так бывает. И что самое странное, что я заметил, каждый персонаж на этой конченной карте, ну, не конченый, а прикольный, я имею в виду, каждый персонаж почему-то голоден. Каждый персонаж хочет кушать, каждый персонаж просит у меня, чтобы я принес ему какой-то хавчик. Мне кажется, создатель карты не кормил вот своих НПСов до того, как ее создал. О, кстати, что у нас тут светится, ребята? Что у нас тут светится? Так. Ага, ага. О, ключик. Ключик и портал. Ага, значит, портал у нас будет вот тут. Этот, черт, меня уже заколебал, честное слово. Визжать, крыльями махать. Вот, вторая лампа. И все. Еще осталось 7. Нафиг, мы найдем это все за минуту. Если бы я так сказал, то был бы реально дураком. Но мы будем это еще очень долго искать. Кстати, тут у нас есть что-то. Опа, нафиг. Эндерпё... Ага. Как я понял... Да. Как я понял, нужно будет очень-очень-очень-очень много раз тпхаться. Давай, вот сюда упади, вот сюда, пожалуйста. Ну? Что-то как-то ты медленно, а? А ну... Опа! Он вообще... Ага, я понял. Тут же гравитация. Тут же гравитация, да? Я понял то, что не все так просто будет. О, нифига себе. Нифига себе, я пыльнул. А если я вот туда сейчас... На! Так, ладно. Не все так просто, ребята. Не все так просто, как вы думали. То, что мы сейчас придем так туда-сюда и все найдем за одну секунду. Не все так просто. Так, ладно. Опа, опа. А что у нас тут такое? Ага. Закрыто, ясно, ясно. Так, я еще этого мудака убью, пристрелю нафиг. Так, круто. Тут мы еще не были. Открыть можем, но там не... Ой, ты нифига себе. Но там ничего нету. Ладно, ладно. Капут, мне кажется, эта карта реально какая-то будет ли... А, там 2 сундука нафиг. Один, другой, ага. Ну, потому что если бы другой не посмотрел, опять он потом полчаса искал, где же у нас последняя лампа. Так, тут у нас есть что-то. Допустим, вот тут. Ничего, а прикольная, кстати, нычка. Вот, идем дальше, ребята. Я еще этого мудака пристрелю нафиг, он меня уже заколебал. Если... Вас, ребята, еще не заколебал? Меня заколебал. Так, тут у нас что такое? Тут у нас ничего. Тут у нас сундучок. Dragon Age. А, это вот та фигня, которую просил вот этот Эндерпендермен, да? Так, как бы, так. Нифига себе тут это, о, башка. Нифига себе, ребят, тут этажи. Это просто жуть, если честно. Так, опа.
Опа! О, две лампы так сразу были. Круто. Мне вот такое нравится. Мне вот такое нравится. В принципе, если бы тут уже все исследовали, да? По идее. Тогда тут просто не должно ничего больше быть, да? Ну, мне так кажется. Но почему-то мне тоже еще так кажется, то что тут все же что-то еще будет. Почему-то. Так, тут ничего. Ладно, ребят, наверное, нам нужно сейчас возвращаться обратно, вот туда, откуда мы пришли. Опа. Ой, вот сюда. Опа! Нет! Я, если честно, даже не видел то, что тут есть еще одна лампочка. Кстати. Тут ничего нет, я думал, знаете, может там в середине что-то есть. Как мне вот туда забраться? Может там реально есть какие-то... Тут у нас что? Чуваку нужно яичко дать. Вот тому чуваку нужно дать яичко. Сразу быстренько туда тпхнемся. Опа. О, держи. Ну, давай. Да, так. У меня 7 ламп, ребята. Смешно, потому что нужно еще дофигище просто. Так, а я вообще туда наверх могу забраться? А, я тут уже был. Так, ребята, нужно смотреть, где тут есть лампы. Вот там мы еще не были. Тут мы еще не были. И тут, в принципе, ничего нет. А почему тут... А, вот лампа. Последняя, ребята, Опа. Может, вот там? А, смотрите, ребята, мы тут даже еще не были. Ах, да охренеть, просто... Я думал... А, у нас 9 ламп! А где я только что 9-ю лампу нашел? Может там значит там лампа была просто. Значит там... Давайте валим отсюда побыстрее, ребят. Я вас умоляю просто. Давайте валить отсюда. Потому что эта рычащая хрень меня уже заколебала. Вот честно, слово вам даю то, что я правду говорю. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Наконец-то больше не слышу этого. Твою нафиг. Так, дальше. Да, двигаемся дальше. Куда? Я просто боюсь упасть. О, что-то. У нас, значит, сейчас будет какой-то зимний, да? Зимний портальчик, я надеюсь. Прикольно. Ребята, как я люблю зиму! Зиму! Я, кстати, недавно был в Москве, там вот такой снег падал. Я такой, ёханый бабай, последний раз снег видел 6 лет назад. И опять его увидеть, это просто что-то нечто. Это просто что-то нереальное, если честно. Так, портальчик у нас там, да? Охренеть. Так, ладно, топаем сюда. Мишка. Нет, Мишка нам ничего не скажет. Я, кстати, могу это открыть? Не могу. Странно. Наушники лагают. Нужно бомбануть им, чтобы перестали лагать. Так, ребят, ну нужно, в принципе, смотреть везде, потому что вы знаете, как вот эти чурки Станы Петровича любят прятать все подряд. Так, там ничего нету, я очень на это сильно надеюсь, очень сильно. Так, ничего. Угу. Значит, в принципе, будем топать на... А, да, я могу назад потопать, я уже напугался то, что нет. Так, а тут это мы уже открывали, значит... О, ребята, сейчас. Можно звук сделать погромче. Звук погромче. Паскуда, это летающее меня заголебало, если честно. Так, тут ничего. Одна лампочка у нас уже есть. Вторая у нас уже есть. Опа. Прокурмастер нафиг. Опа. Ой, чуть не упал. Так, тихонечко. Ух ты, какая елочка большая. Опа. Я уже должен был упасть раза три. Но пока еще не упал. Четвертый раз чуть не упал. Так, шикардос. Тут всякие подарочки, да? Значит, в первую очередь давайте, ребята, смотреть вот тут. Так, тут у нас открытый подарок, нифига в нем нету. Тут у нас что такое? Тут у нас закрыто. Ага, а мы откроем. И вот там еще одна лампочка, видите? Как бы нам туда забраться? Вопросики, пердосики. Так, может как-то... А, о! Вот как туда забраться. Опа. Четвертая лампулечка. Дальше. Пятая. Я вижу пятую, ребята. Вот она тут спрятана. Спрятана лампочка. Кстати, у нас тут есть какие-то секретики, омлетики, что мы куда-то... Почему я продолжаю разговаривать вот такими фразами непонятными, да? Говорю какое-то слово, и потом придумываю к нему какую-то рифму. Не знаю, что со мной творится.
Может, снег на меня вот так влияет, да? Ну, ладно, давайте топать дальше, ребята. Опа. А, значит, я могу обратно, да, потом залезть. Ну, это круто. Это круто. Надеюсь, то, что я не пропустил ни один подарочек. Пожалуйста, я... Опа, ага, спрятали тут. Думали, что я не увижу, да? Угу, зараза. А, тут ничего нет. Так, что у нас тут такое? А я думал... Я думал, он разговаривать со мной будет. Ты со мной будешь разговаривать? Нет. Никто за мной не хочет... О, Мишка. Мишка, ты меня не укусишь? Опа. Рор-рор-рор. Рор-хан. О... Ребят, вы заметили, я вам только что сказал, то, что каждый персонаж в этой гребаной карте хочет жрать. Даже медведь меня просит, чтобы я ему принес рыбу. Я... Вот рыбка. Нашел рыбочку. Опа! Ра-ра-ра-ра-ра. Ну, я, в принципе, угадал. Дай мне лампу. Ра-ра-ра-ра-ра. Да, не за что. Так. Я только что поднял лампочку. Я, хоть пните меня, я даже не знал, где она была. Я просто ее нашел. Я просто тут гулял и нашел лампочку. Печально то, что нам не хватает еще одной. Я даже не знаю, где она может быть. Вот что самое печальное. Потому что я уже все оббегал. Тут, кстати, ничего нету, я не пропустил. А, вроде нет. Я, ребята, уже все оббегал, все посмотрел, все нашел, что можно было. Больше тут не... Да уйди ты нафиг. Тут больше ничего нету, к большому сожалению. Я только что тут нашел какую-то лампу, хотя я ее даже не видел. А сейчас, когда мне нужна еще одна лампа, то фиг его знает, где она спрятана. Потому что реально еще нужна одна. Ладно, а вот, кстати, может тут наверху что-то у нас будет? Ага, если бы я мог туда забраться. Ладно, значит, будем топать обратно. Потому что все же лампочку нам нужно найти. А где она? Хоть убейте, пока не знаю. Хоть убейте, пока не могу знать. Значит, я где-то ее пропустил. Мне очень интересно, где. Где я пропустил последнюю лампочку? Давайте. Это уже шестой портал, ребята. Это уже шестой портальчик. Так, тут ничего нету. Нужно еще раз все посмотреть, все исследовать, чтобы нифига не пропустить. Потому что я опять полчаса буду эту конченую лампочку искать. Мне очень интересно, что на этом острове. Я тут вообще не был, мне кажется. А тут нифига нету. Или есть? Не, нифига тут нету. Нифига тут нету. Зря я сюда даже, если честно, пошел. Потому что тут реально нифига нету. Круто. Где последняя лампочка? Я не знаю, ребята. Вот последняя лампочка 100% вот тут. Потому что я только сейчас вспомнил то, что я тут еще ни разу не был. Если я там ни разу не был, как мне открыть нафиг вот это? Мне очень интересно, как мне вот этот люк открыть. Очень интересно, если честно. А может... Опа! Опа! А вот и последняя лампочка. Вот и последняя... Ах, ты ж нифига себе, как же я долго искал ее, а? Так, сейчас, идем сюда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А, ребят, замечательно. Так, куда нас ведет дальше? В какой портал? Ага, вот, давай. Ребята, еще осталось два портала нафиг. Этот? Какой-то, не знаю, что это вообще будет, если честно, наверное... какой-то замок, да, потому что вот такие камушки у нас, такие кирпичи. А вот потом у нас, ребята, самое последнее, это будет ад. Да. Увидим, что там будет. Так, сундучок закрыт. Нужно тут дофигище воды просто. Просто дофигище. Я уверен, что тут что-то будет. Ну, как я скажу. Че, издеваешься? Реально, есть сундук, но он пустой. Зашибись просто. Просто зашибись. Если тут есть водичка, значит, в водичке 100% должно что-то быть. Я... Не показал. Что там открывается, что там закрывается? Если сейчас не могу понять, что, но что-то там есть. И не могу понять, где это. Самое главное. Охренеть. Так, тут у нас... Офигеть, лабиринтики. Да, Сейчас бы походить по лабиринтах нахрен, где мне нужно 9 частичек, 9 вот этих найти. Где мне нужно 9 лампочек найти. Сейчас бы по лабиринтам погулять и лампочки поискать. Идеально просто. А я представляю, какой будет последняя. Какая будет
Так, ага, значит, идем в синюю, да? Я представляю, что будет напоследок. Последний вот этот... Так. Какой будет последний портал? Офигеть. Ну, где я вылез? Нет, одевайся обратно. Ты там не нужен. Так, одну лампочку мы, ребята, уже успели найти. Шикарно. Шикарно. Ох, чувствую я это, офигеть, как долго все будет. Потому что тут уже такие уровни пошли тяжелые, что я просто уже с ума схожу нафиг. Кстати, тут у нас что-то было? Я туда даже запрыгнуть не могу, да? Ну ладно. Так, тут у нас что такое? Опа. Ключик. Ключик, нужно потом вернуться обратно. Подвальчики. Подвальчики тоже 100% должно что-то быть. Я просто уверен. Уверен, но ничего тут нету. Еще так темно же, что просто хоть как фиг его знает где. Я бы сейчас пошутил про расизм, но лучше не буду. Так, ключик, да, мы нашли, это все шикарно. Вот сейчас бы ключик найти нафиг и больше ничего. На крыше не, я даже туда запрыгнуть не могу. Ёханый бабай. Так, ладно. Сюда. Может тут что-то будет? Нет, да. Почему нету нигде лампочек? Почему вообще нету лампочек? Это печально, ребят, это печально. Ладно, давайте будем возвращаться обратно. У нас пока только две лампочки. Если дали нам ключик, значит три. Потому что одна в сундуке еще получается. А где нам еще нафиг 9 найти? 9. Сколько там еще осталось? 6. Я не представляю. Ну вот тут еще где-то две будут 100% в этом лабиринте. Да. О, вот одна. Вот одна. Потом. Сложно. О, вот другая. И все. Да, это реально, ребята, все. Так, идем сюда. Нам сейчас реально весь этот путь назад проходить. Что-то там открывается, что-то закрывается, но я не слышу, что, точнее, я не вижу, где. И что именно? Значит, нам реально сейчас обратно возвращаться нафиг. Ох, ты же офигеть просто. Так, ладно, потопали обратно. Давай, открывайся, сезам, откройся. Спасибо. И там, кстати, еще сундучок, да, какой-то есть у нас. Где он был? Вот сундучок, 5. Еще 4 нужно найти. Сюда, вот тут мы еще не были, да. Тут. У нас ничего нету. Пожалуйста, я уже хочу допройти эту карту. Я уже хочу допройти ее. Так, сначала давайте пойдем в желтое. Пойдем в желтое. Тут две и там две, по логике этой карты, потому что в каждой вот такой комнатке вот две лампочки. Вот одна. Нифига себе, круто. Тут ничего. Здесь вот и фрост. Ага, это водичка замороженная. Да нет, как бы не очень. Шо? Так, водичка замороженная, да, как я понял? И нам нужно ее как-то разогреть. Шо ты курила? Вот это, как его там, коровушка. Я пока, если честно, не очень понимаю, что нам нужно делать, зараза. А, вот это вода. Вот это водичка. Не знаю, как ее разморозить. Ну, в принципе, нам нужно спросить какого-то Артоса, да? Арктоса. То есть на какого-то Арктоса нужно спросить, как разморозить вот эту водичку. Поэтому давайте пойдем вот сюда, в красную, может тут будет какой-то вот этот Арктос, или как он там называется. Наверное, он знает, как разморозить водичку. Да, вот он, да. Вот. Так. Опа, нифига себе. Ой, заберите меня туда. О, вот. Ага, вот оно шо. Вот оно шо. Вот оно, как оно... Ага, то есть вот две у нас даже. Одна лампочка вот тут. Одна лампочка вот тут. Вот тут, да. И последняя осталась у коровушки. Но перед коровушкой нам нужно спросить у этого чудака, что он от нас хочет. Муж Сэн, да, коровушка меня отправила. Да. Don't move, я... И... Ну и... Он сказал, конечно, я дам тебе немного пиу-пиу зажигалочки, чтобы разморозить вот ту водичку. Он сказал, не шевелиться, я не шевелюсь. И что?
Пожалуйста, не говорите то, что я карту забагал, да? Все, он мне дал вот эту фигню, пожалуйста. Пожалуйста, скажи, что он мне дал вот эту фигню, что я смогу разморозить водичку. Потому что он сказал не шевелиться, а я немного пошевелил камерой. Хоть, в принципе, мне кажется, это от этого не зависит, но все же. Прикиньте, сейчас не смогу А, все, разморозил. Фу, он просто вселил в меня немного огнева, да? Прикиньте, мне нужно было бы 8 порталов заново проходить, чтобы допройти эту карту, нужно было бы ее перепроходить. Я бы умер, если честно. Но хорошо, что все так закончилось, потому что он мне дал немного жара, да? Так, ладно, ребята, давай. Давай, сейчас будет последний портал. Я просто мастер уже в этих порталах, нафиг. Опа. Давай, последний. Главное не упасть, потому что я, брат, не хочу вот эти все острова заново проходить. О, последний, ребята. Шо? Шо тут вообще... Шо тут вообще происходит, а? Кто тут вообще такой? И шо тут вообще... Что открывается, что закрывается, я не могу понять нафиг. Где я вообще нахожусь, а? Так, тут, ладно, будем, ребята, все исследовать, как мы это всегда и делали. Тут ничего у нас нету, да? Тут у нас тоже ничего нет. Тут гопники какие-то. Не бейте, нет, не бейте, я пошутил. Охренеть. Эта фигня еще и сталкивает. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Фу, пробежали. Вы что, издеваетесь? Фу! Мастер прям... Ты видел моего сына? Конечно, там у тебя куча их бегает на улице. Ну? Дай мне вот эту лампочку. Паскуда. Офигеть просто. Куча тут... О, плюс одна. Так, сейчас, ребят, в какую сторону бежим? Опа. Да, я видел твою маму. Come here to pick me up. Так, все. Ну. Так, вот я его поднял, получается, да? Я его поднял, и нужно отвезти его к маме. Как вы могли потеряться, если вы друг от друга 10 метров находитесь? Дай мне эту лампочку. Дай мне лампочку. Он такой пошутил, да? О, держи золотое яблоко, потом... Нет, я пошутил. Держи лампочку. Тьфу, да нафиг мне твое золотое яблоко. Реально лучше лампочку дай. Так. Ага, круто. Опа, еще одна. Офигеть, сколько тут всего. Куда нам бегать? Туда-сюда. Сколько же тут... Так, это еще что такое? Охренеть просто. Вы что, издеваетесь? Вашу мать, а? Ребята, это охренеть просто. Так, ладно, давайте будем возвращаться сначала... Кстати, я там был, тут ничего нету? Нет, тут ничего нет. Так, ладно. Идем сюда. Тут нигде лампочки нету, то они тоже любят... Вот создатель карты любит вот так прятать лампочки. Опа. Тут, вот тут, кстати, может что-то быть. Или нет? Не, ни черта тут нету. Ни черта тут нет. Ладно. Еще 6 лампочек. А точнее, еще 6, еще 3. Тут я не был, нужно прочекать, есть ли тут у нас что-то. Ага, тут у нас портал, получается, да? У нас портал, и больше лампочек нету. Значит, у нас, в принципе, единственный вариант, единственный выход, это топать туда, куда я и шел, да? Где это было? На первом этаже? Или где это было? Да, харе прыгать, да? Вот, тут у нас это было. Фух, тут нам нужно найти 3 лампочки. Офигеть просто. Она по воздуху! Офигеть просто. Так. Тут у нас есть что-то? У нас ничего нету. Тут у нас... Тут туда, если мы как-то пройдем. Может у нас что-то быть? Ребят, нужно все прочекать. Кто его знает? Охренеть. И что? Вы что, издеваетесь нафиг? Я думал, вагнетку садиться нужно. Давай, вот туда. Опа, вот как пройти надо было.
Я понял. Так, сейчас, что у нас тут? 100% тут должна быть какая-то лампочка. Вот где-то... Я тут и так мог пройти, вот туда. Что я хотел сделать? О, вот. Опа. Плюс одна, пожалуйста. Скажите, что тут будет сейчас дофигища лампочек, чтобы я наконец-то закончил проходить эту карту? Пожалуйста. Я хочу миллион лампочек, чтобы они тут где-то валялись. Пожалуйста. Тут ничего. Там зомбарь какой-то странный. Какой-то странный зомбарь, 100% не что-то надо сейчас будет делать. Так, зомбарь. Help me, грррр, ты, он застрял. Ща. Это что еще такое? Сейчас все поможем, сейчас все будет. Так, как нужно его, походу, вытащить, да? Ладно, на. Так, ладно. Где он? Что-то я нифига не понял. Что эта фигня вообще делает? И куда нам нужно его? Нам сюда его, да? Нужно переместить. Я ни хрена не понял. Какая тут схема странная. Сейчас бы понять, как это все работает. Ага. Не, мечу его. Ага. Странно все. Ага. Ну, в принципе, можно вот так клацать просто, да? Опа. Все? О, все. О, замечательно. Он мне еще лампочку дал. И последняя лампочка должна 100% быть вот тут, на этом паркурчике. Я просто уверен. Ну, в принципе, тут больше как бы прохода никуда нет. Твою мать. Больше прохода никуда нет, поэтому нам 100% нужно туда двигаться. Сейчас бы на паркурчике еще попрыгать. Я очень большой любитель паркура. Ребят, мы все это прекрасно знаем. Ничего нету. Опа. Вот она моя прелесть. Тихонечко. Сейчас домой вернемся. Сейчас все окейушки будет. Опа. Да, ребят. Да. Неужели мы прошли эту карту? Неужели мы ее прошли? Надеюсь. Сейчас приходим туда, да, еще. Чувак, смотри, у меня еще для тебя сюрпризик. Плюс 35 порталов. Я сейчас даже буду рад, потому что карта прикольная. Что я только что сказал? Новый остров появился. Ребята, что я только что сказал? А? Что я только что сказал? То, что после того, как я пройду 8 уровень, появится 9, это секретный. Но мне кажется, на этом реально уже можно закончить, ребята. Если вы хотите, чтобы я дальше прошел вот этот секретный остров, а может дальше будет еще один секретный, с радугой вот такой. Если да, ребята, ставьте большущий палец вверх, я буду рад этому, потому что на сегодня уже вышло 2 видоса. Если вам это нравится, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео со своими друзьями, делайте репосты ВКонтакте. Скидывайте сообщения своим друзьям, я буду очень сильно этому рад. Ребята, большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я завтра также выпустил 2 видоса. Всем удачи и всем пока.